あの震災から新聞の中、テレビの中、頑張れ頑張れっていう言葉であったり、すっごいすっごいっていう勢いであったり、そういったものに溢れていきました。もちろんその一つとてとても尊いもので、ただその頑張れ頑張れっていう言葉が響くたびに、失礼いたしました、頑張れ頑張れっていう言葉が響くたびに、Это мы пришли на экспозицию фото и камера. Вон сколько людей, разные фирмы. Ой-ой-ой. Но тут снять практически нельзя, потому что тут много всего. Все камеры еще завтра будут. Вот только так. Немножечко потом еще посмотрю. Вон такие линзы здесь стоят. Всякие. О. Ого, камера какая. Вот эта камера. Ого, да. Вот такая камера, да? О, профессиональная. Какая камера. А вон какие линзы. Тут линзы какие. Не, ну это нереальная красота. Кэнон. Вау. Я могу только говорить вау, больше ничего. Кэнон, э? Сугой, вон какая линза. Это, наверное, можно космос снимать. Скитору, не? Там еще ринай кидо. Дыму, скиджанай. Профессиональная. Камера Ботега. Каримасен. Вон, камера Sony Alpha, да? Вот она, Sony Alpha. Ну, плохо видно. Вон какие, как их называют-то, господи, забыла. Как они называются-то? А вон какая подзорная труба. Вон какая. Вот какая сугой. Какие там линзы. Виктор. У меня есть камера Виктор, я ей не пользуюсь совсем. Вон какая сугая. Вон какие линзы. Вот. Одна линза стоит 119 тысяч. А 119 500. 119 500. Вот они показаны здесь. Если, конечно, оно не показывает у меня. Что за камера, хоть у меня и Canon. Вот они, линзы какие шикарные. Вот 135 тысяч, 78 тысяч. Есть какие, вон. А есть он по 200 тысяч линзы. Вот делает фирма вот это вот, наверное, да? Вот линза показана. 629 тысяч йен она стоит. Вот эта линза. Вот это, наверное, самая одна из дорогих, что я посмотрела. Вот она выходит 3-24 числа. Вот она показана в разрезе. Да. Вот это линзочки. Чтоб еще я в них понимала бы до конца, но отсвечивай. Вот 425 тысяч линзочка стоит. Ну, отсвечивает солнце. で、2つのファンが付いてるんですよ。一緒に乗ってるの。同じ、同じ位置だな。これなくしたら終わりだから。これ、1個もしないと思うんですよ。2つと分けて、1機が落ちて死んでも、また帰りようになるみたいな。で、そんな感じで、もう1個は、ホテルの時間。もう1個は、自分が帰ってるんですよ。
Вот такие вон камеры есть. Вот это камера. Вот ЭС. Вот что у меня была. Вот эта камера у меня была. Она уронилась у нас, и все, и у нас ее больше нет. Классная камера. Вот, наверное, есть еще вот эти девушки. Если прямо идти, вот она, да, на Олимпика. Видите, как она рекламирует. Вот эту камеру. EOS 1DX Mark. Я знаю, хочу. У меня была кисть. Вот тут столько людей. Сам диск рекламирует, что он там говорит. Короче говоря, мы посмотрели только головы людей. Все. Вот девушки рекламируют SanDisk, этот, не SanDisk, а Memory Card. Все их фотографируют довольные, а они стоят довольные. Вот пошли вот Panasonic и Lexus. Lumix. Вот там вот такая девушка стоит, на, какая красавица. Я уже потеряла. Ну вот тут, конечно, накинут больше всех народу. Вот так рекламируют, да? Железная дорога, да? И вот камера. А? Смотри, как здорово. Вот, вот теперь она вот выходит на камеру. Ух ты! Вот оно, вот. А камера снимает и сразу на телевизор выводит, на экран. Вон какая красота получается. Вау! Красиво как! Ну, это вообще сказочно. カメラバッグの中にもポンポンと入ってます。なんかほとんどの通勤に行くおじさんみたいなのが欲しいんですけど、ここにですね、実は、メーターさんが普段使ってる機材がほぼ300から400入ってる。そうですね。まあ、実はちょっとお昼をしますと、まず、これが7から14、まあ、5サイズになると14が、どれだけ保存してますかという調査結果になります。で、一番、その、多かった、 35 или 35 с половиной, то есть SD-карту, и у Xperia Pro. Вот для вот идете фотографироваться, пожалуйста, классно. И мне что ли фотографироваться? Вот SanDisk. У меня SanDisk, оказывается, самый дорогой. Вот камера стоит какая крутая. Вот какая камера. Какая крутая камера-то. Вот так вот снимают вот видео, да? Классно. Sony.
пакетик в подарок. И сейчас будет в 16:30 будет представление. Вот он у меня такой подарок. Сандиск. Ой, не видно, да? Такой подарок. Сандиск. Пакетик. Там, наверное, журналы. И вот Сандиск, он у меня самый как бы лучший. Он фотографирует очень быстро. И если вот снимать вот электричку или вот, например, что движется, получается сам диск, он лучше всех снимает. Если вот так много сразу, ты сразу много фотографий. Вот, 16:30. Ну не знаю, как у меня муж, он уже, по-моему. Так, у нас вот тут камера, да? А что за название камеры, я не знаю. Чья это камера такая? Шоссе ООН. Вот такая камера. Вот она камера. Вот такая, да? Вот он стоит. Мира. ミラが動いているとできる。ミラシステムは。で、まあそこでミラのですね、高速で、かつ正確に駆動。まあ、для меня это ничего не понятно, я не поняла. Вот мы пришли к Никонору. Как он двигается? Вон сколько народу там, да? Сколько народу как-то себе. Ужас. Но у меня Никона не было никогда. D500. Объясняют про D500, что Хаяйчи быстро очень легкая камера. Ну как все говорят. Вот это. Ой. Да, такая наглая. Короче говоря, вот она, D-камера. D500. Но она большущая такая. И вот. Линза какая. Это, наверное, Луну фотографировать, да? Вот она, большая самая линза. И вот он, Никон весь. Ну, не видать, да, плохо? Ну, у Никона, кстати, фото красивые очень. Ну, вот он, D500. Никон. Ну это вообще. Вот такое сооружение у D50. Только я не понимаю, что там они у них спрашивают. Вот, все. В общем, я поговорила со Стафом. Я говорю, что же лучше, Никон или Кэнон? Он говорит, конечно, Никон. Ну, конечно, он Став вот такой вот Никон. Конечно, он скажет Никон. Но, если честно, я видела фото Никон и Кэнон. Ну, Никон фото красивее, конечно. Так что надо подумать. Ну, вот что я ничего такого тут не могу понять. Вот он на велосипеде сидит, спортсмен. К чему он тут, только непонятно. Да? Вот он, Никон, да? Где эта простая линза или нет? Но он сказал, что в использовании Никон он проще, чем, конечно, Кэнон. Ну ладно, посмотрим. Ой, ну съемка черти что получилось, конечно. Ну уж что я могу сказать. Народу много, я не знаю, как снимать и что снимать. А вот Никон вот такие маленькие, да, мынички называются. И вот такая Никон. Вот у нее вот у этой Никона вот камера вовнутрь не убирается. Вот она, да? Вот такая красная. То есть она вот место занимает. Ну да, тяжеловатенькая, кстати.
Угу. Вот такого вот поставили дядечку. Он тут Пентакс. Ага, вот они. Вот они, держатели, которые вот. Как у меня будет вот такой смартфон, вот купить. Он, кстати, очень легкий. И здесь он не скользит. Очень удобный. И вот тут он тоже поворачивается в разные стороны. Вау, какой очень хороший. Да? Вот есть еще три ножки. Надо Япон написано. Для компьютера всякие приспособления. Вау, шикарно. И лампочки, и приспособления. Вон как можно компьютер прицепить. Вот. Вот такая штучка, да, и вот тут компьютер можно маленький прицепить. Вот так вот камера прицепить. Вот она двигается, камера. Профессионально, если что-то делает. Вот он стоит и управляет, да? Ну какая. Вау! Сейчас я посмотрю. А вот этот EOS. Вот тебе Санкт-Петербург. Вот так вот. Ну, конечно, красиво тут показано. Вау. Как снимается Canon. Canon вот такой. Санкт-Петербург. Камера Canon, сугой, профи, профессиональная камера. Вот она снимает, надо вот там вот цветочки, ну, посмотреть. Ну тут, пожалуйста, опять показывают. Cinema EOS System. Ну вот надо какую покупать камеру, вот эту вот. Вот эти камеры. Вот они классные, конечно. Вот я хочу кис. Вот он мне нравится, он легкий. Таечка, сон. Ну, камера и киду. А что там мой кай? Воруку на ремаште ватащи. Манды корованы. Вот они, вот сейчас немножко настроила получше. Вот этот Марк его сейчас рекламирует. Вот тут вот он не выйдет у меня. EOS 5D500. Ну вот я не знаю, мне вот кис нравится. У меня был кис, мне нравится. Вот. Вот он кис. Вот у него хорошие фотографии. Вот как у меня вот этот вот. Вот у меня вот такая вот камера. Вот она, моя камера. Ну, не знаю, она тяжелая. Вблизи она не очень фотографирует. И мне как он сказал, что она не для фотографий, которые вблизи делают. Ну, как-то странно, вот даже и не вблизи, и то она не фокусирует. Идет вечеру, народу меньше. Вот тебе Фуджи фильм. Идет Ниссин. И везде народ, везде линзы. И все просто очень тяжело. Там вовнутрь войти, посмотреть линзы. Фуджи фильм, я не знаю. И вот тут будут читать. 5-10, почти около часа будут читать там что-то, лекцию про свои камеры. Муж устал, сказал, ничего уже ему не надо. Ему надо в бассейн плавать. А я
я бы еще походила бы, тут бы посмотрела. Тут много чего интересного есть. Вот такие, да? Шикарные линзы. Стоят фотоаппараты, шикарные линзы. А здесь вот такой вот, который летает, да? Вот он летает, вот он там. И вот он можно так фотографировать. Сверху. Ну, вы знаете, как это все называется. Вот он. Да, вот эта штучка интересная, да? А вот тут у нас что? Про фото. Вот видите, все читают и читают. Ну просто нереально. Тут все обойти просто нереально. ブルーのライトを当てたレイと、モデルだと思ってください。モデルにブルーのライトを当てて、ホワイトバランスを アンバー系、つまり数字を大きくして調整していくと、モデルは白に戻って、背景がアンバーになります。 Sigma еще какая-то есть. Ну все. Вот стоит модель. SD, ее фотографируют. Вот их не там внутри зал, как говорится, сделано. Профессионалов, вот все эти штучки для профессиональных фотографий, студий. Ну тут все. Просто уже нет ни времени, ни сил тут смотреть. Людей очень много. Вот модель стоит. Видите, как ее можно фотографировать по-разному. Темная, средняя и светлая. Ну и здесь вот всякие вот на Куба. Здесь для того, чтобы ты пошел вон, всякие причиндалчики, как говорится, рюкзачки. И вот там лыжи, и камеры можно, как камеру вот всякие рюкзаки. Всякая вот такая вот, именно для фото. Это вот представьте себе, какое дорогое удовольствие заниматься фотографией. Если хотите сделать около моря хорошие кадры. Вот видите, как все удобно. Вот должно все быть. Вот они все стоят. Все вот такие. У нас, кстати, есть такой, да? Вот они все. Рюкзаки именно для фотоаппаратов. Вот он, видите, такой вовнутрь. Он можно сюда заложить. И камеру, и еще запасную камеру, и фото, и все, что хочешь. А здесь всякие держалки. Вот такие круглые, интересные. Да? Вот так замотал и поставил, да? Замоталки. А вон к стене даже прилепил. Интересно, вон даже к стояку можно прилепить такое, да? Вон к велосипеду. Многие же едут и снимают. Есть же профессионалы, занимаются, вон, про камера, вон она стоит. Я вот такую хочу про камеру маленькую. Классно. Вот на велосипеде кто едет, тот камеру прилепить и, как говорится, ехать. Классно. Вот по ТВ показано. Всякие причиндальчики. Вот люди, пожалуйста, вот катаются, вот как они фотографируют про камеру. Вот они такие, да? Вот всякое такое. Кто занимается профессионально, конечно, более-менее. Вот опять же идут на Куба, линзы в них идут. Ой, боже, каких только тут линзов нету. Боже мой, боже мой. Это же вообще целое какое производство сумасшедшее. Вот как держать, вон и для рук, как камеру держать. Вон удобно как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И всякие вот эти стоячки. Ой, просто не. Вот еще. А, вот такая у меня где-то дома синенькая есть, кстати, недорогая. И есть такая вот большая. Есть у нас такие, я их ноги называю.
так вот, пожалуйста. Вот мы подходим к Кенко Токино. Это линзы, наверное, да? Все. О, какие большие. Вот как ее, вот эту линзу, убирать и воду мыть, как ее делают, наверное. Пожалуйста, все. А вот такое фото получается. Просто шикарное.100万のレンズを作るんだったらば、確定的に努力ができるわけだけど、買うわけないでしょ。っていうことはその値段を達成しながら、それをやったということに、どんだけ努力があったかということですね。なるほど。はい、そういうことですよ。納得しました。はい、次行きます。ここはいいでしょう。同じことを言ってますね。はい。で、今回にやったのは、単純に明るいだけのレンズを作るんだったら言ってしまえば簡単でした。アタルクスキャップ。もちろんしました。では、もちろんしました。どうかというと、絞り解放から、シャープに。ボタンにリンズ。絞り解放から、シャープに。ボタンにリンズ。ボタンにリンズ。絞り解放から、シャープに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 。ボタンにリンズ。絞り解放から